Ох ты! Это я хорошо. Это я вообще круто придумал! И вот такие моменты я начал вспоминать то, что я хотел сделать парашют. Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть игрушку Ark Royal Evolved мод Гая. Попросили назвать Марилотопса, правда, Порилотопса написали Шалунам. Не знаю, что бы это значило, возможно, Шалун, я не знаю. В общем, написали прям огромный такой комментарий классный, кучу-кучу всего сказали наделать. Какие-то там пещеры, твою мать. Хера себе. Я-то думаю, что он у меня Mewtwo 2 создавался. Реально. Вот, короче, сказали, как добывать жемчужины, эти перлы в магическую воду. Там это капец, взрыв мозга. Я часто пытался разобраться. Но что-то разобрался, что-то нет. Давайте попробуем поставить сначала вот. Вот сказали, какая-то пещера типа волчья есть. И что-то там вроде как крафтится. Ну, вроде как на волчью-то похоже. Я, короче, тут буду прятаться, когда... Блин, давай его поставить, да. Когда за мной будет кто-нибудь гоняться. В общем, долго думал, решил откуда-то вот сюда. Гая, древние руины. Древние руины Гая. Что мне это дает? Великие, хоть там большое место и так далее, где вы можете строить свою базисную станцию. Если мы тут создавать будем, походу, тут все будет лучше. Походу, да. А нахрена мне моя халупа? Ну все, я сейчас сожгу нафиг. Давайте мы где-нибудь вот так вот ее забабахаем. На-на. А ты кто? Ты призрак Диаблы Первого. Я знаю, я тебя узнал. Я тебя убивал. Маленький чубок. Ага! Ага. Ага. Ну, в целом, тоже довольно неплохо. Но немножко не то, что я хотел. Ход конем, блин. Я вот так сейчас забабахаю. Я решил халупу свою не сносить. Слишком она родной для меня стала. Я решил сделать вот так. И, наверное, я это сделал. Не, нормально, нормально, я и залезть могу, и вылезти, и все. И даже что-нибудь... А, я до ступки с пестиком теперь не доберусь. Дайте хрень, новый стадим. Нет, что-то мне это не нравится. Что-то какую-то хрень сморозил. Походу придется опять ломать. В общем, жесть тут система. Но я вроде нашел, о чем мне говорили. Вот он, наверное, Wolf Den. Это у нас что такое? End Hill. Я так понимаю, это End Феромон должен создаваться. У нас сюда нужно поместить мед. Ну, что-то пока у нас с медом как-то так. Мы сейчас изучим сразу, у нас где вот они, два бутылька таких нашел интересных. Это у нас откроет все прически, я так понимаю. А это у нас должна открыть все ачивки. Хорош, вот и прически подлетели, подогнали. И... О! Я же себе что-нибудь выберу. Буду сегодня Веномом. Или что-то типа того. Перчаток не было. Ну, не было перчаток. Хотел, не получилось, не дали, блин. Костюм не завершен, образ не завершен, я в печали. У нас есть вот такая большая, сильная зверюга. Я предлагаю не выеживаться, я предлагаю на ней просто прокатиться, хорошенечко всем навалять, кого мы можем. И, по большому счету, посмотреть, что выпадет с более сильных мобов. Во! Кстати, почитал ваши комментарии по поводу Хабиба и Конора. Да, это не хоккей. Но вы, видимо, также следите за жизнью, как и я. То есть раз в полгода забегаете куда-нибудь ВКонтакте и так далее. А там, между прочим, все уже в масиках такого плана. Опа, прилетело, смотрите-ка. Ты кто? Подождите-ка, а это ты Дредфул или нет? Или ты какая-нибудь другая? Это другая. Ну, тихо ты. Хорош. А, там что-то не Дредфул. Короче, вот эти вот вообще бесполезные создания. Я не знаю, что они прилетают. Они кружат, блин. Сказали, тут какие-то хатки типа бобрячи есть, а в которых что-то там полезное есть. Как раз вроде как там эти жемчужины. Но я не совсем в этом уверен. Во всяком случае, я их не видел. Ну, сейчас давайте походим, поищем. А вот это вот сейчас внезапно. Опа, а это вдвойне внезапно. Во-первых, я нашел яйцо. Во-вторых, я нашел кролика. Так, давайте яйцо пока брать не будем. Кролик. Кролик. Как тебя томить? То есть... По старинке. Сколько у тебя чего? Не, давайте, не так, давайте кролика. Я знаю, как кролика. А, у меня волосы. Я волосы сделал крутые себе. Вот такие вот. Тихо, спокойно. Держи. Ага. И все, что ли? Сделал я, блин, волосы, ага. А сколько я тебя вообще бью? Это ж новые эти дротики-то. Они, в принципе, по 9... О, даже больше. Они по 1000 бьют примерно. Ну, это хорошо. А что едят
кролики, кроме морковки, которой у меня нету. Да бляха-муха, опять черти какие-то напали. Они завалили нашего Марилотовца, походу. Или нет? Ты жив, друг? А, так ты живой. А, я что делал-то? Я вот тебе зелье намутил, вот оно. И на одно хватило. Короче, типа приручить насильно. Давайте попробуем, наверное, с грибов начнем, потому что ягоды он, скотина, не жрет. Не приручается, так хорошо. Тогда на, вот это должно подействовать. Это... А, стоп, секунду. А, он сам его выпил. Нормально, я думал, прожимать надо. Хорош, слушай, кролики, они тебе ездят там. Нормально. Он этими шпастого дракона срет. Охренеть, хорош. А это что? А это лозавра? Еще лозавра. Микро... Подожди. Охренеть. Да вообще нормально, короче, реально яйцами срет. Аргентайцы, они бы еще оплодотворенные были бы. Короче, давайте домой едь. Опа, это что? Кецаля! Я ж чуть было не забыл, мы же хотели виверне морду набить, ёшкин кот. Ну-ка, тихо-тихо-тихо. Опа, хорош. Какое яйцо? 95-е, ну, сойдет. А, так... Да ну на! Кто не заметил, кто более внимательный, потом уж в комментариях мне отписаться. По-моему, я тоже как бы пересматривать буду, но все-таки. По-моему, это яйцо снес заяц. Кстати, да, в комментариях, смотрю, все ржете над этими камнями. Да, они тут есть. Они тут летают, их много, они тут по всяким этим разным траекториям. Я когда тестировал все, я пытался их поймать, не получилось. Мантикор-то мы, наверное, хрен притаймим, да? А, нет. Она френдли? Да, дредфул. Это фулл мантикора, сколько торпора? Так, стоп! Хорош! Сейчас мы на мантикора пойдем. Вперед! А я подозреваю, на нее, наверное, болос-то не сработает. Так, и пока она за морской черепашкой гоняется, мы будем гоняться за ней. А как-то... Опа! А, она за другой черепашкой гоняется. Хорош! На! А что-то она вообще лютует? А я? А это что? Тихо, не убивай, это моя мантикора, слышь? Не плоду... Твою мать. Ваш пебедь приделит. Да тихо ты, я сейчас, блин, втащу. Нормально. О, а, там брон там был. Ну, нормально. А, ты таймишься? Я хотел вот эту штуку. А, таймится, все хорошо, нормально. Блин, он мне кап... Ну, ладно, она маленькая. До 20% скинул, блин, приручение. Ну, на самом деле, не так страшно, но все-таки обидно немножко. А чё тут у тебя выносливость так улетает, прошу прощения, подожди. Это какая-то неправильная, совершенно бракованная виверна, потому что у неё, ой, верно говорю, мантикора, потому что у неё улетает, я смотрю, выносливость только в путь. Ну, что-то она может, в принципе, чуть-чуть побыстрее, вроде как виверна, бьет так же, как стандартный, ничего такого я в ней не увидел. Характеристики тоже, честно говоря, беспонтовые. А вот еще одна, обиженная и оскорбленная. А вот сейчас я не понял. А это ты его вырубила или ты я такой молодец? Если не ошибаюсь, тут у нас бегал индоминус, которого мы тогда не могли завалить, потому что у нас были слабенькие дротики. Я думаю, надо попробовать его сейчас где-нибудь выследить, так, за углом, подкараулить. В целом, конечно, можно попробовать. Кстати говоря, а по ним как думаете, идет оглушение или нет? А, давайте сначала попробуем, короче, Ну-ка, все кикаем. Молодца, дал еще красавчик, горжусь тобой. Давайте вот так пробуем. А, он до сюда точно не доберется. Наверное. Торпор идет? Торпор сначала скажи. Нет торпора. Ну, я на всякий случай проверю, то мало ли, может его приручить можно. Ух ты, это я хорошо. Это вообще круто придумал. И вот такие моменты я начал вспоминать, то что я хотел сделать парашют. Гаевский. А, ну, у меня есть лайфхак. Опа! Хе-хе, и так мы типа не падаем. Ага, нихера себе не падаем. Ага! Пацаны, вообще, ребята. Это было обидно. Не, нормально. Зачем раскидываем? Ну-ка. Вот, бугашки как раз очень вовремя, потому что я как раз хотел было их найти, чтобы
И те уже всекать. О, 4000 он сейчас всек. О, Димарфадон. Стопы. Стопы. Пятый левел. Да я хрен с ним. Черт, а че они заряжены-то? Ну-ка давай, всеки его. Молодец. Попал? Не попал. Давайте, короче, Димарфадон поймаем. Это мне нравится. Он пятый левел, но он... Спокойно, спи. Спит. Молодец, хорош. Ну, чисто технически Димарфадон довольно слабенький. Но пойдет, давайте попробуем. О, нормально, вот этот хорош. Да мы еще, мне кажется, завалим. Сколько он стекает? Я не думаю, что сильно много. Мне так-то бы отхилок бы нормальных. Потому что огонек, насколько помню, такой сильный был. А что мы поимели с него? Давайте глянем. А, во-первых, мы седло. На лошадку. Полечись. А, эссенция. Войда какая-то. Истега кость. Что бы это значило? Вот, второй такой же. А, нам нужен допинг. И под допингом я имею в виду какую-нибудь жучка. Жучка, паучка. Ну вот под допингом-то гораздо веселее драться, вот на самом деле. Мне, короче, эта зверюга очень начинает нравиться. Плохо, что вот этих вот приручить нельзя, но как бы они, в принципе, довольно бесполезные. Это что такое? Ты кто, блин, такое? Вылезло. Может, я их слишком много убивал? И пришел супер-мега крутой. Короче, я с ним драться не буду, ну его нахер. Да, Аузер какой-то гвардиан. Нифига, да там лям хп, япона мать. Мне кажется, он по мне долбанет, и на другую карту улечу. Не, я, короче, я, конечно, дурак, но не самоубийца. Дредфул Дрейк, 185 левел. В принципе, 18 тысяч. Я думаю, мы справимся, особенно если вот так сделаем. А, во-во, идет. Нормально. Держи, раз. Опа, больно. Где ты? Стой! Да подожди. Это, походу, будет больно. Слушай, а как-то ты неправильно совершенно поступаешь, я тебе авторитетно заявляю. Да не, надо, короче, валить. Валим. Короче, давай, до свидания. А между тем, у нас все-таки появились эти энтферомоны. А вот тут что у нас должно было появиться, а тут ни черта не появилось. Мы сейчас будем маньяков играть, самоубийц. Опа! А я про что? Поехали! Ты за мной? А чё ты за мной? Подожди. Вообще неправильно делаешь. Давай туда, туда. Нормально. Нам, короче, нужно немножко отойти было. Хорош. А теперь нам нужно придумать место, куда это... Скотина не заберется. А зная эту скотину, она заберется везде. Да может не из Дрейка она была начать, а может она была... Вот. Так, Дредфул и Индоминус, сколько у тебя? Не, 60 тысяч, дофига. Ну хотя по большому счету, давайте попробуем. Я просто Дрейка потерял только потому, давайте попробуем Индоминуса. Давай, ага, убегай еще. Да не, надо, короче, делать ловушку. А мы сейчас ее сделаем, сюда поместим. Нормально, я знаю, что делать. Мне кажется, наш кролик немножечко психанул. Че творит-то? Где-то он там. Он самое поганое, он зашел в ловушку. Я его построить-то построил. Он зашел в нее уже, все. Но! Проблема в том, что он меня убивает. А мне нужно еще... он уже вышел. Мне еще ворота надо поставить каким-то образом. Ну, ворота уже, я думаю, попроще будет сделать. Давайте попробуем, собственно, это и сделать. Самое поганое, мне что надо еще переключить их в ручной режим, как бы. Ты вообще брось эту вещь. На. Ой! А, ну ладно, это он этих бьет. Там, короче, рыбины плавают, нормально. Опа. Вот так вот профессионально я умею делать. Типа, по плотному с понтом. Пока он отвернулся жопой, давайте. Ты что творишь? Закрой обратно! Зачем оно мне вообще нужно? Пошел я сверху стрелять. Я себе даже дротиков уже доделать успел. Ну-ка, выстрел и смотрим, сколько. О, потихонечку идет, хорошо. Долго, ну, нормально. Работаю, блин, на два фронта. И спинозаврика решил уработать. И индоминуса. Через задовую пуляю. Спинозаврику вроде как одна плюха осталась. Давайте проверим.
Спит? Он должен уснуть, по идее. Спит, отлично, все. А, давайте индуминусу. А индуминусу еще дофига. А вот это вот уже, ребята, алярм. Он мне ворота сломал. Спокойно. А я выложил. Ладно, придется так добивать. Блин, я же запаску-то выложил. Ёшкин кот. Блин, я вот сейчас даже двигаться-то боюсь, чтобы его не спугнуть, а? Трусливее мои шиншиллы. Мимо шиншиллы проходишь, программу еще что-нибудь такое. Она, блин, морду повернет. Даже не побежит. А этот, зараза, блин, динозавр. Гроза вся, там, я не знаю, юрского периода. А, что, стыдно, да, стало? Стыдно. Он покраснел аж. Прибежал тут, оказывается, что, типа, не страшно ему. Куда ты пошел? Ты остался тут... Кстати, да, что ты не спишь-то? Ты остался-то вообще понты. Я так понимаю, он довольно дохленький у нас будет. Ой! На! Не вздумай! Меня кусайте, его не троньте! Это моя зверюга, моя! Что-то нам какой-то вообще бракованный индоминус попался. Он реально скромный. Ворота не мог полчаса расковырять. Потом убегал куда-то. С нами общаться не хотел. Я что-то сейчас не вкурил. На меня напал раптор. Меня завалил раптор. Там волк. Вот мне про этого волка писали. Какой там крутой, красивый волк. А у которого там глаза блестели. Какие-то волки налетели. Я видел, успел заметить только молнии. И что меня съели. Что-то у меня не работает вот эта штука. Я даже в переводчик залез, перевел. Все правильно, все верно сделал. Дайте волкам, типа, вот это мясо, и они вам дадут что-то там взамен. Откуда у вас 50 квадратных идиотов на 1 метр берется, а? Я вон заяц уже, я не знаю, просто себе яйцами кружил от этих идиотов, чтобы до него добраться не могли. У него броня такая своеобразная. Да. Ужас, короче, посиделся часа, наверное, 2. Разбирался, что к чему. Короче, до меня доперло, для чего вот эти кости и так далее. Они нужны как раз вот для того, чтобы создать Guardian элемент. А Guardian элемент — это ключ, по сути, ко всему. То есть с ним можно делать все, что угодно. Можно крутые броньку делать. Я себе сейчас сделал вот такой щит. Так вот, я себе сделал вот такой меч. Блин, забыл забрать из инвентаря. Щит забрал, меч нет. Так, давайте я предлагаю на нем на кого-нибудь его испытать, собственно. Вот, таракан, сколько? 900. Хорошо, а если мы возьмем нашу палку-тыкалку, которая... Это средненький меч, то есть там есть еще Гвардин, и Гвардин вообще крутой какой-то. Ага, то есть он чуть-чуть посильнее, но в целом-то довольно неплохо, потому что мы все равно никого не усыпляем, а нам нужно отбиваться каждый раз. Попутно, я делал седло для индоминуса, давайте его испытаем. Что-то у меня такие подозрения, что он довольно слабенький будет, но давайте посмотрим. В общем, предлагаю на нем прогуляться. Что у него по характеристикам? Давайте глянем. По характеристикам у него, в принципе... Ой, как плохо! Ой, как... Твою мать! Ты сейчас прикололась, да? Я, короче, сейчас теперь боюсь даже на этого дернуться. Даже если я пущу его на шашлык, он все равно не отобьет тех затрат, которые я потратил на дротики. Которые потратились на него. Это самая бесполезная скотина, которая может только существовать. У него нереально оно не вообще не прибавляется. Ни здоровья, ни дамага, вообще ни черта. Там по копейкам буквально. Но он, конечно, бьет что-то там по 400. Ну, при условии, что ладно, возьмем то, что у него левел был какой-то там 45-й, по-моему. Ну, он что-то он вообще смешон, он просто смешон, я не знаю. Не, ну это вообще, это не серьезно абсолютно. Не, он, конечно, что-то может, я ничего не скажу, он что-то может, но он какой-то бесполезный. Я расстроен. Хотя, нет, давайте-ка немножко прокачаем. Вот так вот, а на 80% у него было 400. То есть, чисто по логике, на 160% у него должно быть около 800. Мне кажется, пока вот этот доходяга, вот этот самый, да-да, вот туда показываю. Пока он тут выдохся у нас, пока он устает, простой спинозавр загрызет этого дивайда или кого там. Диплодога, ну это куда нахрен, это уже ни в какие ворота не лезет просто. Ну, я не знаю, мне кажется, он абсолютно бесполезный. Я немножечко сейчас расстроен. Секунду. Сколько у тебя чего? У Аргента. У Аргента... 4000. В целом, можно Аргента притомить.
Он приземляется, он услышал, он услышал. Пойдем. И раз уж мне так с индуминсом не повезло, какой-то больной доходяга попался. Хоть давай тебя. Да что ж вы все с водой-то так любите, а? Вот вы заметили, у нас по помощью не было совершенно ни одного динозавра, ну, из нормальных имеется в виду, которые просто бы не окунулись в воду, когда мы их тавим. В общем, судя по этому индоминусу, не видать на мощных дино, пока мы не будем томить хэвиков, вот как у нас... Как у нас мегатерий. Кстати говоря, можно еще демоник попробовать половить. Это кто там летает? Точно, нам Дрейк нужен. Вот Дрейк нам нужен точно. Дрейк я уже показал и не раз. Дрейк нас просто вообще, блин, тут, как не знаю, как щенят просто, блин, разносит. В следующей серии постараемся все-таки что-нибудь с Дрейком придумать. Пока не обещаю, но я думаю, мы постараемся, в принципе. Мы знаем, где он живет. Мы знаем, где он живет. Мы приберемся к нему в гости. В общем, давайте на этом пока закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам понравилась серия, не забывайте большой палец вверх. Пишите по жемчужинам. По жемчужинам что-то у нас какая-то ерунда. Почему-то не работает. Ой-ой-ой, это я так не хотел. Я хотел красиво закончить серию. Вот так вот я хотел. Вот, что-то не работает, не знаю почему. В общем, будем разбираться. Не забывайте подписываться на канал, на паблик, на твиттер. Оставляйте комментарии, придумайте имена. И забегайте в паблик ВКонтакте, в группу. Что-то такое ощущение, что что-то вечно забывает сказать, а? Напишите мне в комментариях, как я раньше говорила. Ладно, всем удачи, всем пока.